Всем привет, это Дмитрий Кузнецов-Назарова. Сегодня я хочу сделать обзор на нож из стали S390. Значит, самый первый вопрос у клиентов: твердость 70 единиц, не хрупкая ли сталь? То есть, как бы все понимают, что твердость бок о бок идет с хрупкостью, поэтому вот такой тест, да, потому что через одного спрашивают, а если рубануть ветку? Вот что будет, если рубануть ветку? Ну вот я, наверное, сейчас хочу и ответить на этот вопрос. Значит, давайте первоначально уберем нож. Этот нож ОВА-2, рукоять карельская береза. Здесь мельхиор, упор, пяточка из технического серебра мельхиора сделана. И сталь, соответственно, S390. То есть нож, сейчас, секундочку, нож заточен. Да, то есть вот я всей режущей кромкой провожу. Давайте рубанем веточку, так сказать, да? Вот я беру сосновый брусок и вот так вот. Хорошо рубит. Да, нормально. Ну, жалко мне этот брусок, я его использую еще. Не буду я до конца его перерубать, да. Ну вот, смотрите, я вот так вот. Опа. Ветер. Прошу прощения. Так. Секунду. Что сделаешь? Давайте еще раз. Коль, снимаешь, да? Не, снимай удар, чтобы видно было, что я не по-детски ударяю-то. Да? Так вот примерно. Ну вот следы от дерева. Нужно их вытереть ножными. Так, заточку проверяем. Листья разлетелись. Сейчас.